друзья. Давно я не выходил в эфир, так сказать, не был в Ютубе. Многие уже спрашивают, что случилось, куда пропал. Все в порядке, сразу вам говорю. Просто большая загруженность на работе. Выходных практически нет, поэтому даже нет времени посмотреть чьи-то ролики. То есть не обижайтесь, будет время, я обязательно посмотрю. Ну и, соответственно, скоро новогодние праздники, выходные. И я думаю, удастся куда-то выбраться, потому что уже очень много снаряжения пришло. Охота самому все попробовать, потестировать. Но пока просто нет никакой вот физической возможности. Итак, сегодня будет вот такая небольшая распаковка. Пришла очень необычная посылка. Это посылка не от какого-то интернет-магазина. Это посылка от Татьяны Гордеевой. Но кто в туристической тематике у нас крутится вот на Ютубе, тот наверняка ее знает. Если кто-то не знает, ссылка на канал Татьяны будет внизу в описании под этим видео. Ну а я кратенько расскажу. То есть Татьяна, так же как и я, снимает походы, готовку в походах. И в последнее время, кстати, она занялась таким интересным проектом. То есть у нее там глобальное прям строительство. Она строит хижины различные, убежища. Ну, то, в общем, такая серьезная девушка. Кому интересно, в общем, заходите, смотрите. Канал очень интересный. И вот пару слов о предыстории этой посылки. То есть в одном из своих видео Татьяна говорила, что у нее там на юге, то есть она проживает в южной стороне нашей России, то есть Ростовская область, очень много дубов. Ну, я, дескать, в комментариях посетовал, что у нас в Сибири с дубами все плохо, дубов практически нет, они есть немножко где-то в парках высажены, это очень-очень мало. В частных каких-то подворьях, в домах люди садят там себе по одному дубу где-то. А так вот в дикой природе у нас дуб вообще как бы не встречается, не растет. Ну, и я так даже, знаете, больше в форме прикола говорю: Тань, собирай желудей и присылай нам сюда, в Сибирь, я в тайге посажу кучу дубов всяких разных. Ну и что вы думаете, Татьяна долго про это не думала, ну и вот в этой посылке должны быть как раз желуди. Поэтому посылка действительно очень необычная. Давайте все-таки посмотрим, что здесь, и откроем ее. Итак, вот такая посылочка. Ну, блин, упаковано капец. Таня, это же сидушка для похода. Всю сидушку... Ой, да тут столько ее много. Итак, смотрим, что здесь. Тут два мешка. В первом... Так, сейчас я вытащу, давайте. И мы все посмотрим. Так, коробочку убираем. Итак, вот первый мешочек. Давайте смотреть, что здесь. Вообще, я про желуди почитал после того, как мы вот поговорили. Я специально прочитал. И там, получается, в интернете пишут, что их нужно именно с осени заготавливать, хранить. И весной ложить в холодильник, так называемая стратификация, и потом проращивать. Только после этого садить. Итак, в первом мешке у нас находится дуб, то есть его желуди. Вот такой целый мешок. Не знаю, сколько здесь штук. Прям очень и очень много. А во втором мешке, как Таня сказала, в коробке осталось место. Она не знала, что сюда дополнить. И просто отправила целую кучу, так сказать, гостинцев. Это грецкие орехи. Вот такие настоящие орехи с юга. Огромное спасибо Татьяне за такой, я бы сказал, новогодний подарок, потому что сегодня уже 27 декабря, прямо вот к самому Новому году. Орехи обещаю съесть. Желуди, если удастся сохранить до весны, обещаю весной посадить. Ну, естественно, если пойду садить, то обязательно сниму по этому поводу видео, как это будет происходить. Спасибо тебе, Татьяна. Ссылка на твой канал внизу в описании под этим видео. Все, кто интересуется походами и туризмом, можете заходить, смотреть. Ну, естественно, подписывайтесь на канал Татьяны, потому что очень многого интересного вы для себя обязательно почерпнете. Да и вообще сам факт, что девушка ходит в походы, что-то там строит, готовит. Ну, это реально интересно. На этом все. До свидания. Ну и до новых встреч.